Уж это укрытие. Вообще не пользуюсь им. Не пользуюсь, но может быть стоит. Так, добраться до моста. Собственно говоря, не понимаю, почему из ППШ завалить скелеты это такая какая-то проблема просто. Ребята, вижу самоубийцу, его нужно срочно спасать. Ну теперь он точно не умрет от падения. И тишина. Кости катаются здесь сами по себе. Так, я интересно, просто я персонажа не выбирал, кто может пользоваться панцерфаустом. А это где-то снайпер гребаный. Почему-то, блин, вот реально со второго выстрела. Первый целишься, точно вроде попадаешь, а выстрел не проходит. Побежали. Так, спать. Добиваем. Так.
Молодца. Стрела заходит. Эй, партишка потерялся. И отсюда полезли. Приличных так. Нормально, нормально, косим головы. Найти дорогу к музею. Но это куда-то низом нужно проходить будет. Туда, куда я и смотрел. А нет, что, я думал, этот скелетон взорвал это все дело. Давайте. Так, я сбегаю вниз все-таки. Золотишечка лежит. Танки, танки взорвали на мосту. Так, а это музейчик. У вас, короче, тема повеселее, чем растяжка, ее быстрее ставится, и взрывная мощность у него побольше, конечно. Нифига себе, он лазить умеет на такие высоты. Он даже прыгнуть не может, но может залезть. Так, а вот у нас и Панцерфауст, который мы можем взять вместо автомата. Так, а там у нас, по-моему, были гранаты. Нам же все равно придется этих зомбаков уничтожать.
Классно, он бросил. Ну. Ну. А как это так? Не. Пирамиды какие-то прям. Так, ну вот еще два. И побежали. Убежище. Я думаю, так оставить этот гребаный панцерфауст. Горе будет потом, если будет какой-то босс, а мы без пулемета окажемся. Но надо же его как-то проверить. Так, нужно найти к части реликвии путь. То есть просто бежать. Ух, там печка жарит. А не успел даже встать. Так, сколько ж можно? Стрелил голову, да, можешь обобрать. Написанное правило. Блин, как это? У меня же было 3 патрона. Ну иди, иди сюда. Если там пройдет. Я здесь поставлю фугасик. Блин. Живучий какой.
Ну, давай уже, иди. Эти так, беру Томпсона, все беру. Так, есть немножко гранат у нас. А патронов-то уже нету. Так, вот растяжка пригодилась. Все. Это я. Это я вовремя погасил вот того огненного красного. То просто эти толпы бегущих бы загнобили. Еще раз убеждаемся, что лучше ППШ нет. Ну, дробовик может быть тоже неплох. Но с дробовиком постоянно что-то с патронами не феншуй.
Я не стараюсь сейчас им целиться в голову. А ты ж, блин, я этого гаврика-то не заметил. Не заметил, да, вот эти новые зомбаки, блин, призыватели всякие, воскресители. Так, собираем добро, которое здесь есть. Для Томпсона, а это СВТ. Ну, это же гитлеровская это штаб-квартира. Один из трех. Одна полосочка светится, да. Вот надо три собрать. Нужно соединить его с другими бункера фюрера. Надеюсь, я не успел. Это значит не тот бункер, где фюрер был. Ну, так, точно 74%, час игры, ну такое, стандартно. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч.